В украинском обществе исторически были противоположные взгляды, а переворот в Киеве лишь выявил эти разногласия. Аналитик проекта «Внешняя политика в фокусе» Дерек Монро рассказывает, почему это может привести к катастрофе. Результат переворота на Майдане совершенно катастрофический. Раскол в украинском обществе, который можно было наблюдать еще во время Оранжевой революции, сейчас стал совершенно очевидным. И из-за этого жители востока страны потеряли доверие к властям. Кроме того, мне кажется, важно упомянуть, что пока все решения правительства Яценюка состоят в передаче контроля над экономикой и политикой внешним силам, таким как НАТО и МВФ. Сейчас власти намереваются предпринять очень серьезные шаги, которые приведут к снижению уровня жизни большинства населения, так как Украине придется вводить меры жесткой экономии. На мой взгляд, ситуация будет невероятно напряженной, если не сказать драматичной.